В Люберцах проходит осенняя прививочная кампания. До 1 декабря все желающие могут провакцинироваться от гриппа и пневмонии. Эту услугу бесплатно оказывают во всех поликлиниках городского округа. С теми, кто уже сделал защитный укол, пообщались мои коллеги. На протяжении последних 10 лет Николай Тримаскин регулярно делает прививки от гриппа 2 раза в год. Весной и осенью он вместе с супругой приходит на вакцинацию. В результате сезон вирусных заболеваний проходит мимо них. Ни разу не болели. Вот. Ту-ту. Мне 81 год. Прививки я делаю ежегодно. 2 раза делал от ковида. Вот. Правда, переболел. Первый раз. Вот. Ну, 2 раза делали. Слава Богу. Для жителей городского округа Люберцы доступны 2 вакцины – «Савигрипп» и «Ультрикс Квадри» – обе отечественные и эффективные. Тем, кто ни разу не делал прививку от пневмонии, предлагают сделать укол препаратом «Превинар-13». Уже не один раз наши пациенты, и мы лично сами, как медицинские работники, в первую очередь себя вакцинируем. Очень эффективная вакцина. Заболеваемость гриппа среди привитых и особенно среди медработников очень низкая. Сейчас пока нет еще вспышки заболеваемости, вот мы готовимся, чтобы ее не допустить. Прийти на вакцинацию можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Отказать в прививке могут только при наличии медицинских противопоказаний. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.